И как это отразится на моей судьбе? Не знаю, разные факторы влияют. Какие? Разные. Вопрос комплексный, и решаю не я. Ну, так что с мальчиком? С мальчиком? С каким мальчиком? Костя. Я не помню никакого Костю. А что за Костя? Вы мне скажите. Я просто падал в пропасть. У меня ушла жена. И ужасно было не то, что она ушла, а то, что она ушла из-за того, что я был просто беспросветным, конченным мудаком. И я это осознавал. Представляете себе каждую секунду осознавать, что ты беспросветный мудак. Расскажите подробнее о своих чувствах. Я не знаю, что рассказывать. Это мука постоянная. В груди, знаете, так как будто миксер туда вогнали. И так медленно, но уверенно крутят, так накручивая все живое, что есть внутри, такую, на такую железную крутилку такую. Это вроде не больно, но так мерзко. Каждую секунду ощущаешь себя таким ничтожеством. Понимаешь, что ты просрал все в своей жизни, все самое вот, самое ценное. И я не знаю, все разменял на какую-то свою, что это, я не знаю, гордость. Я не ощущаю никакой такой, знаете, вот, какой-то особенной гордости. Это ощущение, оно утраивается. Потому что так же о тебе думаю, твоя жена и твоя дочь. Вы представляете, как это, каково это вот ощущать себя мудаком в кубе? Что же произошло? Да сложно сказать. Как с мелочей все началось. С Костей. Я увидел их совершенно счастливых людей. И я подумал в тот момент, это много что приходит в голову. А, это была... Ну... Такая счастливая семья, славная, муж, жена, ребенок, они гуляли, даже не подозревали вообще, что я существую. И я подумал, она, знаете, она такая была красивая, влюбленная.
А он, да чмошник, обычный обыкновенный чмошник. Вы вообще не знаете, почему вот, обычно чмошникам достаются красивые бабы? Это не так. Да, не так. И что же вы сделали? Ничего. Просто стоял, смотрел на них. И такое, знаете, странное чувство. Я только что все это растоптал своими собственными ногами. А ведь я тоже так же мог бы сейчас идти со своей женой и дочкой и смеяться. Меня бы любили, меня бы внимали бы. Я просто стоял, смотрел, как они уходили. И эти лица, ну, как гифка, знаете, такое зацикленное изображение, мелькали у меня перед глазами, и я не мог этого терпеть. Потом я пошел в туалет, там было пусто, и только вот мальчик стоял. Он повернулся, и я его сразу узнал. А он, конечно, не подозревал вообще, кто я, что я. Странно, да? Вот, наверное, это чувство испытывают все звезды экрана вот какие-нибудь. Мы на них смотрим, знаем их. Они вот как наши близкие, хорошо знакомые люди нам. Они ж нас даже не видели ни разу. Даже не представляют вообще, что мы существуем. Он повернулся, посмотрел на меня и пошел мыть руки. Просто въебал. Я не знаю, почему это сделал. Честно. А что вы почувствовали после этого? Все мои действия, они как-то спровоцировались моей обидой на все, на людей, на мир, вообще на все. И вот когда я совершал очередную гнусность, мне становилось хуже. И вот эта обида, она только росла все больше, больше. Я не знаю, она поднималась откуда-то с самого дна, вот самые такие гнусные, мерзкие мысли и желания. И надо было как-то разорвать этот круг. Но я не знал, как, где я. Никогда не знал. Что было потом? Потом я убежал. Да, я убежал. Я спрятался в туалете, этажом выше. Просидел там часа два, наверное, но не меньше. И больше я не видел никогда. А почему вы убежали? Испугался. Да нет, ну не мальчик, конечно, не отца его. Чего же? Осуждение. Так, знаете, бывает, когда кто-то что-то совершит такое, что-то странное, и вот люди собираются и смотрят на него. Вроде бы не больно, не бьют же. А выдержать это не
невозможно, это очень сложно выдержать. Это хочется провалиться просто, вот сквозь землю хочется исчезнуть. Ясно. Ну и что вы решили? Я? Я ж ничего не решаю. Я только спрашиваю.